Друзья, всем привет! Сегодня у нас на разборе разновидность узора шахматы. Небольшие новые элементы я сюда внесла, и получилось вот такое вот классное декоративное полотно. Фоновое. Давайте переходить к мастер-классу. Раппорт составит 3 петли, 6 рядов высоту, пряжа в образце Аделия Пилинг. Все внимание на экран. Первый ряд раппорта — кромочная петля, далее 2 лицевые. Затем завожу спицу за третью петлю, вытягиваю нить, делаю накид и провязываю эту петлю лицевой за заднюю стенку. Повторяю: лицевая петля, завожу спицу за третью петлю, вытягиваю нить, делаю накид и провязываю эту петлю лицевой за заднюю стенку. Таким образом вяжу первый ряд до конца. Второй ряд. Кромочная петля и связку из 3 петель, которая была образована в предыдущем ряде, я провязываю вместе лицевой за заднюю стенку, после чего последуют 2 изнаночные петли. Повторяю, связку из 3 вновь образованных петель я провязываю вместе одной лицевой, далее 2 изнаночные. Перехожу к третьему ряду. Сначала кромочная, теперь 2 изнаночные и третью петлю снимаю на правую спицу, не провязываю, нить оставляю за работой. Изнаночная, изнаночная петля, третью снимаю, на правую спицу не провязываю, нить остается за работой. Теперь четвертый ряд. Кромочная. Ту петлю, которую я снимала, я ее также снимаю, не провязываю, нить оставляю теперь перед работой. И далее 2 лицевые. Снимаю петлю, не провязываю, нить держу перед работой. Лицевая петля. И еще одна лицевая. Теперь пятый ряд. Кромочная петля, 2 лицевые и 1 изнаночная. Повторяю, лицевая петля, лицевая и изнаночная. И остается шестой, заключительный ряд, его я провяжу по узорам, то есть так, как ложатся петли. Кромочная петля, сначала лицевая, далее 2 изнаночные. Лицевая петля, изнаночная и изнаночная. Друзья, мастер-класс подходит к завершению, и я надеюсь, что эффектный вид, простота исполнения узора не оставят его без вашего внимания. Поэтому вы не забудете сохранить его в своей копилке. В свою очередь поставите мне заслуженный лайк, подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали, а также традиционно переходите по ссылке на мой дзен-канал, она закреплена под видео, там, как всегда, накопилось много интересных моделей для вязания. Желаю вам всего самого наилучшего, и мы скоро увидимся!